Чемпионат по Rocket League. Это уже не просто соревновательный проект. Это в буквальном смысле икона идей. В новом сезоне снова 4 команды. Геймплей Ностальгия, Игробар, Сэш и НП будут выяснять, кто из них самый лучший. Теперь в каждой команде новый напарник. Каждую неделю новый соперник. И это еще не все. Лишь 2 команды из 4 пройдут в финал. И только одна, да, только одна победит. Это новый сезон чемпионата по Rocket League. На прошлой неделе стартовал 3-й сезон проекта, и впервые тур начинали команды NP и Sash. Победила же, конечно, NP, а Sash создавал целую серию неудачных моментов. Перемеч, перемеч. Я не предполагал, что будет очень. Да е... Да гавань! Да е... раз, да что ж такое-то? Я сам не трогай. Че, чувак сидит, считай? И... А Игробар в первом туре не смогла противостоять натиску команды Gameplay Nostalgia. Но сражение было все равно интересным. Я советую тебе. Ой-ой. Советую тебе. Советую тебе. Как было сейчас? А, я забыл, можно же предупреждать людей о том, что я хочу делать. Заткнись! Ё-моё! Максим! Ты куда его так? Возьму это, пожалуй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты! Это было крайне красиво! Как изменится ситуация на этот раз и что стоит нам ожидать дальше? Давайте узнаем в новом туре 3-го сезона чемпионата по Rocket League. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Gameplay Ностальгия, меня зовут Александр Муженок, и со мной в команде Дмитрий Гаевский и Алексей Куповых. И мы сегодня в чемпионате по Rocket League во втором туре 3-го сезона соревнуемся с командой Sash. Капитан команды Ярослав Рыжков, он будет сегодня в спектейте сидеть в начале турнира. А в сегодня будут играть Юлдос и... присоединяется к нам Максим Епанов. Привет, ребята. Привет. Привет. Итак, ну что ж, я ищу сегодня, сейчас начинаю катку. Так. Катку. Так. Приват матч. 3 на 3. Ноутбот. Пожалуйста. Опа. Начинаем. Настроены как на сегодняшний тур? Я никак, потому что мне написали... Отлично, просто прекрасно. Жизненько как-то. Никак, вот именно вот тот момент, когда никак. Так, я начинаю в спектейте сидеть вначале. Хорош. На изи, просто ебал ферза, ничего не это. Сюда можно музыку как в лифте такую спокойную, знаешь, ставить. Ну да. Так, минуту. 5 очков в кайф. Переначало. У меня звук пропал. Звук пропал? Да, это отвратительно. Ненавижу играть в Rocket League без звука. А чё этот звук пропал у тебя? Я понятия не имею. О-ху-ху-ху! Дима спас в последний момент. Блин, сейчас было опасно. Жизнь. Ой, лажа. А, ну круто придумал. Да, я знаю. Я сейчас забил. Ну я уже понял это в последний момент. Да, да. Опа.
Пак за полис. Пак за полис, забивай. Ща ферзя. Выглядит как нет. В скобочках нет. Да, у меня лаги какие-то. Лаги? Вы замените. Да я нормально, нормально сейчас. Если у тебя лаги. Тебе и в первом туре было как-то не найс. Это нормально. А, фак! Лехомуха! Мама мия! Лупи его, лупи! Блин. А ты можешь его подобрать, пожалуйста, а то он нам сейчас забьют. Вот да! Я все подумал, че? Че думаешь, я че такой дурак, что ли? Ты сам себе? Да пошли. Я же только минуту песнитра езжу, у меня горит. Дима, ПС. Судя по твоей точности, ты чувствуй мою боль в каждом раунде. Судя по твоей точности, ты мог бы себя забить. Фак. О, нитро! Я заберу ее, спасибо. У кого-то этот анимешный трейлер, но... Да-да-да. И у кого-то еще малафья течет постоянно. Ух ты. Вы там это, хорош. Воу. Нормально. Бля. А муха. Джизы. В кубочках нет. Дим! Дим! У меня нитро не было! Еще по стеночке поехать. Нет. Один. Ну, сейчас, ну он видел, он прилетел прям в эту, я думал, сейчас он, ну а. Да-да, прям вот в эту туда, я понял. Я возьму. На, спас. Не достаю. Достаешь. Но это нам не спас, это что я достаю? Ну, это лучше, чем не достаешь. А в смысле? В таком смысле. Коромысли. Дим, возвращайся. А так вот это никак-то не смешно. Оба! Не положение ракета, но положение. Дим. Нормально, я возьму. Собака мордой вниз. Собака мордой. What the fuck? Лови его! Да, ёшкин кот. Сегодня будет, наверное, серия по рекордам байсику. Да, я за прошлую эту игру. И который мы это до матча играли, я, блин, там только байсикл делал, мне кажется. Блин, промазал. Лажа. Так сейчас лупи. Можешь. И... Не могу. Ну почти. Так. Ясно. Им! Что ясно? Что тебе ясно, уважаемый? Ох ты, ёб твою! За 30 секунд. Закончился. Как он там забил? Видел, как пасту просто. Пинал его туда в стену, и он... Дима, слышишь, короче, не лезь вместе со мной. What the fuck? Я летаю. Ну, кайф тебе. Да, Дима, кстати, не мешай лучше лёгкий открывать. Да, вот он едет на атаку. Если с ним это вот еще одна такая маленькая ошибочка. Дим, вот ну, блин. Сейчас нужно. Так! Да. Ну, блин! Ахтунг! Дим! А! Че ж ты такой делал? Чуть бы пораньше прыгнул, блин! Ну. Блин, ну, первый матч. Так. Просран. Найман назвал, можно. Хорош тут бразерс устраивается, а? Так. Ладно, сейчас второй матч. Да.
Итак, второй матч, ребята, погнали. Также становимся. А, мы один матч? Давай я попробую, да, поиграть. Дима, ты пока в спектейте. А, ну хотя... Погнали. Да, спектейт уди. Мы в Тёбово 3 играем, или только тот, который ты вылетел? Я чё-то не понял. Дима, эйч, спектейт уди. Ну чё за гав? Сори, Дим. Так уж с вами будет. Что происходит? У меня почему-то за меня играет Дима, а просто. Да, меня... это бывает. Он ники просто меняет. Но он нет, не успевает. Интересно. Интересное кино. О. Боже, Саня, ты отобрал мой мяч! Блин, да. Саня, ты забил нам! Костя, с этими никами такая лажа, я запутался сейчас. Бывает такая фигня, бывает. Они не исправили эту фигню. А, все нормально. Да, обещали. Саня, это был не ты. Возьми, пожалуйста. Ну ладно, я сам возьму. Что, мне сложно, что? Блин, я думал, ты его ударишь. Ну-ну. Ой-ой-ой. Ну-ну. Yeah. Как обычно, Саня где-то это... рукоблудит там. Рукоблудит. Сам ты рукоблудишь. Дядя Ваня, блин. Ой-ой-ой, высоковато-то как. Блин, ну это не виноват. В смысле я, но не сейчас. Решил отмазаться. Ой-ё, ну я такие. Ну молодец! Не, я такие. Я такой бы даже не отбил. Я бы такой даже не отбил. Я просто в полете машину редко бывает, когда выполняю нормально. Найс! Я бы. Мог бы. Понятно, какие удары надо с Саней делать. А пак. Ух ты ж не. Ааа! Это как ваш первый. Это было очень необычно, кстати. Лажа какая-то. Ну еще 65 этих набрал, 65 километров. Запихал. Нормально. Интересно работает. Так. Интересное кино. Оп. Сейчас в ворота полетит. Да, понятно, что он его не хватит. Ну да. Саня! Я же даже сказал, куда он полетит. Но я же не знал, что он именно прям точно прям забьет. Да в смысле? Надо было мне верить. Ты что, не веришь своему тиммейту? Это очень карается. Я же не знал, что он получил звание вангера. То, что ты не веришь своему тиммейту, это карается голом, понимаешь? Голом. У нас правила этого не прописано. Что я сейчас вообще сделал? Давай. Да. Дима, уйди, выходи в игру. Не я отбил, по сути, мяч, у меня опять запинговало, чертям. Ага, ты прыгал в сторону, боже, отбил бы тогда. Я, вот у меня отбил, ужас. у меня отбило, честно. О, Димас, здорово. Здрасте. Ой-ой. Ёпта. Спасибо. Нихера себе. Это было случайно. Дим! Да ну вот откуда он там появился вообще? Вообще лажа, да? Меня кто-то взорвал, поэтому я там и появился. Ой, да, еще меня обвинили. Кто-то вроде бы сделал лучше, но сделал в то же время. Димас! Тебе что за голос сейчас был? Голос как Микки Мауса. У меня азота нету. Азот. Не ожидал такого поворота. На ворота! Уйо! Еще! Ля-ля-ля! Я специально все по тебе ударил, я знал, что так кашет. Да-да. Ну, по крайней мере, в это верил. Ух! На нитро нету. У меня горит с этого. Вот это я сейчас тебя пыльнул вообще. Я возьму. Хорошо. Ой-ой, ни хера не подсадаю. А, нет, не было! Какая лажа! Нифига ты там летчик? Нормально. Блин.
Не туда. Хьюстон, we have a problem! No! И Сори пишет Дима, да, конечно. Понимаете, не звонят. Звонят, нет. Ну почему именно сейчас? Кстати, в то же время Ярославу звонили. Ну, 6. Шат. Не знаю. Вот следующая у нас игра против NP, я сразу говорю, мы точно сольем. Там без вариантов просто. Да почему? Играть по времени. Там один Костя против нас может играть, и... собственно говоря. Да даже не, я даже не знаю, кто третий сезон выиграет. Я, наверное, знаю, NP. Я даже не знаю, кто третий сезон выиграет, в скобочках, да. В скобочках нет. В скобочках нет, да. А сыграешь, Дим. ГГВП! И все стоят, и никто не отзывает. Вот прямо... Ну, у меня просто нитро не было. А съездить нельзя было? То есть, ты успел даже за нитро съехать. Стоял 5 секунд. Да, понятно, короче. Что? Пощела же такая. Да, в стену. Ай, сильно. Я подам. Еще. А, не, нормально сойдет. Дим, блин, ну, что за лажа? Это у вас уже вообще какая-то схлябность пошла. Да у нас просто уже на похер как-то. Ну, у нас будет еще играть, да, это последняя. Вы уж доиграете, блин, 1-8, но только хуже не делаете. Так что это было? Я приму. Геймплей, что где заходит? Я лучше, я знаете, я просто под конец зайду. Потому что, понятное дело, выиграла команда Сэш в этом туре. Не повезло сейчас. Впервые, ребята, вы видите эксклюзив, как играют три команды, три человека в одной команде. Да не вопрос. А, ну, короче, очень плохо, да. Кайф, играешь, Дим. Я не знаю, вот вы даже хуже еще больше делаете, вот еще хуже больше делаете. Ну че он летает? А че ты не летаешь? Я понимаю, второй тур мы сейчас только первым очко просрем, ну блин. Считай второе. Ребят, ну серьезно. Че это за тавтология? Серьезно, ребята, серьезно. Ой-ой-ой. Надо. Я сейчас ору как этот, как козел, который орёт человеческим голосом. Как козел по умете. Че? Вот не надо. Давайте без ферзя обойдемся. Да господи, как вас много да тут, я не могу. Как таракан. Владятся из детства. Да, боже мой. Ну вот это все виноват человек, у которого нитро, видимо, лафи, все. Вот от него машины появляются. Ладно, слили мы второй матч, просто дурачились как только можно. Это называется начало чемпионата. Так что я думаю, пока можно дурачиться. Ну, со следующего тура уже все. Надо быть серьезным намного. Ладно, переходим ко второй двойке команд. Итак, дорогие друзья, у нас вторая двойка команд, хочу тебе сказал четверка. А сегодня во второй двойке играют команда Игробар, капитан команды Максим Древаль. И сегодня у нас такое немного разнообразное будет сражение, потому что Сайса Флегмата сегодня заменяет в команде Игробар новый человек.
на всего лишь на один тур. Его зовут Миша с ником D. Скажите привет. Команда всем привет. Вот. Привет! А в команде NP сегодня тоже небольшие изменения на один тур. В команде сегодня будет играть капитан команды Дмитрий Захарчик. Помогать ему сегодня будет тоже новый человек. Его зовут Олег с ником Викхук. Привет всем. Так, и в заменах сегодня у нас в команде NP никого, к сожалению, нету. Но зато в игробаре есть Алтун Измаев. Итак, ну что ж... Не, я заменю сейчас. А, ты заменять будешь? Хорошо, да, хорошо, да, да. Просто я не знал. Так, создавайте, 3 на 3. Как говорится, стартуем. Все очки, которые заработаны будут Олегом, пойдут Косте Бредихину. А и все очки, которые будут заработаны Лихой Ди, будут отправлены Сайсу Флегмату в личный зачет. Так что обратно Сайс, это у Сайса 5 очков. Блин, это спойлер. А, это уже не спойлер, это ж пока выйдет уже все. Да, да, да. Так, мы оранжевые, да? А, да. Я иду в спектейт. Да, игробар оранжевая, а не NP синяя сегодня. Макс, наверное, будет на самый такой жестокий момент сегодня заменять. Ну, я во вторую игру выйду. Ага. Так, у меня какие-то небольшие лаги были. Ни себе, ни людям, Ди. Вверх подкинул мяч. До самого потолка. Так. Дальше атака от Захара не получилась, а то встретили аж сразу двое игроков. Ой-ой-ой. Миша проходит по флангу, какая борьба, навес! Удар головой мимо, штанга, блин! Как же ты комментируешь красиво! Захар башкой принес момент свои ворота, еще удар! Слушай, знаешь, что сейчас такого похож, какая борьба! Макс, ты знаешь, что сейчас такого похож? На исландского комментатора футбола. Твою мать! Захар забивает первый гол! Я могу вообще ничего не говорить, дорогие друзья, можно за меня все говорить, Максим Древаль. Так, продолжаем. Алтун врезался лбами. Ой, какая борьба от Миши. Миша, давай! Миша навесил сам себе, напивает коленком. Давай, навес на голову. Это не навес на голову, это навес на пятку. Удар не удался. Надо пить и забивать. Ой-ой-ой, какой момент! А тут на воротах есть человек! Забыл... Олег! Да-да-да-да. Найс. Какое ударище! Миша, что ты творишь? Алтун, так, Алтун сопровождает... Удар Алтуна! Аааа, мимо! Миша, навес Миши! Миша, это ж не навес, бабушка моя лучше навешивает! Давай! Давай! Ай! Да блин, что за косилья стоит на воротах? Мне кажется, отлично. После этого матча Максиму Древалю влетит очень много заявок на электронную почту с просьбой прокомментировать финал чемпионата Европы по футболу. Yeah. А нету рекламной почты. Рекламной почты. Почту никто мою не знает, ха-ха-ха. Какая-то борьба на углу поля. Боже, какой эпичный перехват. Миша молодец, Миша кончиком своих ногтей отбил мяч. Алтун, давай, да, Алтун. Да, ууу. Как ты себя чувствуешь после удара лбом об стену? Ой, какой удар! Это гол!
Сейчас подаю. Блин, забивает Миша. По-любому у тебя дома никого нет, а то бы сейчас ты всех там оглушил. Не, у меня дед в передней комнате спит. Так. Мяч на половине команды Игробар. НП атакует. Ой, Алтун. Протащил, просто Миша промахнулся. Наверное, думал о девочках. Едем дальше. Миша взлетает, удар Миши! Какой-то гол! Мне, знаешь, мне вот... Мне кажется, что вот комментарий Максима только больше сил придает команде Игроба вытащить мяч и забить. Так, ваш комментатор попил водички, что тут дальше? Я потерял мяч. Удар! Алтунов! Это самый комментаторский матч, походу, за всю историю проекта, так что... Ребята собрались, НП не сдаемся. Захарчик бьет, Захарчик ударил в стенку, Захар... Ой-ой-ой, Захар еще... Боже, какая борьба, какая... Один-один, пустые ворота, блин! Захар! В тебя верит вся Исландия, давай! Почему тут Исландия? А хрен его знает, просто Исландия. Пас на Матадора, на Алтуна! Сегодня, походу, будет эпичный тур по количеству цитат. Давай, 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 Захар, подай пас на Олега, Захар! Почти! Почти! Минута до конца матча! Ой-ой-ой-ой-ой! Штанга спасла! Какая коварная штанга у команды НП? Удар Миша не заблокировал Захар, как всегда. Так, мяч. Олеся там кого-то перекувыркался 35 раз. А, это Захар. Захар опять подстраховал ворота пустые. Олег ведет на угол, на стенку. Ой-ой-ой, вот это сейчас вакханалия была. Была грязная игра, но судья не дает желтой карточки. Играем дальше. Мишин удар. Потому что ее тупо нет. Да. Ну что, судья забыл карточку дома. Миша, что это? Куда ж ты летел? Это тебе не по деревьям лазить, давай. Удар Миши на вес! Блин, Алтун не успел. И тут... Что это тут? Так, ну, во втором матче ваш покорный комментатор входит в игру. Да, и на этот... Давай, я фига вместо там тебя. Ди попёрдывает, короче. Так, второй матч. Да. Это было смешно. Так. Сейчас я буду пороть вообще, наверное, играть за оранжевый. Давай, Миша, заходи. Алтун, если что, заменишь во время матча, и тебе будет жопа. Да, тут сейчас какая-то... Друг другу помешали немного? Не-не-не-не-не, я... он промахнулся, а я подстраховал сзади, чтобы мяч не пошел. Так, Олежа, сзади сразу Захар. Ай, блин. Где ж моя точность? Миша, где ж навес? Олега идет. Так. Получилось, Миша. Сейчас сам. А, у тебя буста нету, я понял. Какой дриблинг от Захара. На одном месте. Твою же жопу! Я же еще и так хорошо направлял мяч. Ой, я врезался в штангу! Так. Я спасаю! Спасли. Да. Не успел я. Блин, как все плохо. Нормально. Ничего, сейчас все будет нормально.
Миша, соберись. Так, нитро нет. Блин, ну я без буста вообще. Да, жесть, я без буста, блин. Чё я так близко подъехал? Так когда у меня буст будет? Я поехал с бустом. Я опять не смог забить, потому что я без буста был. Ох. Ой-ой-ой-ой. Пошёл, Макс. Я ж пошёл. Ещё. Не-не, я... Оно опередит. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, нормально. Воркшот запилил. Да, Алтун, ты там наблюдаешь? Я на воротах. Ух, сорян. Сейчас это чуть не стоило гола. Пропущенного. Так, тут Захарчик возьмёт. Ай-яй, ох, успел. И ещё прострел, не успел. Ну, потому что... Боже, я еле успел! Чисто физически, тут уже. Технологически. Я думал, что Захар затащит. Ну да, он там близковато был. Там просто, чтобы сконцентрироваться на втором сразу, на втором ударе очень сложно. Нитро не было. Еще минута 54 секунды, чтобы исправить положение. И хороший момент был. Я взял. Ты, блин, не вывернул машину до конца. Извини, Сахар. Врезался. Да куда бегал? Я сейчас там лучше подстрахую ворота. Ой, мне мой пукан подорвали, как всегда. Только. Но недостаточно. Ой-ой-ой! Все-таки перекинул. Хорош пас, я... 40 секунд. Как ты достал его? Захар идет на атаку. Идет подача с фланга на Олега. Держи, держи, держи. И, блин! Да мама, никто как не достал ты его подашь, ну, братишка, ну, блин. Я играю очень херово, на самом деле. Не, ну, на самом деле не очень. Когда ты можешь, тогда можешь. Ну, подожди, я это... Ты в ранке тебе только так голы пилишь, когда играешь хорошо. Ну, ключевое слово, когда играешь хорошо. А что сейчас с тобой? Не, я, допустим, вообще нестабильно. Я могу то какие-то шедевры забивать, то могу вообще, блин, херню стрелять. Скорее всего, у Олега точно такая же ипостасия. Ну да. Просто так, ну ладно.
Так уж вышло, что сегодня Габар выиграл матч. По счастливой случайности, можно даже так сказать, потому что не было Константина Вредихина, но расстраиваться рано, это и только начало сезона. Все имеют право на ошибку, как минимум, хотя бы на одну. Ваши комментарии по сегодняшнему туру? Тяжело было мне. Тяжело? Ну... Да. Легко. Ну, Миша всегда легко. Алтун, Алтуна микрофона нету, я не знаю, что Алтун скажет. Ну да, Алтун ничего не скажет, он может не сказать, а потом в стиме. Алтун ничего не скажет. Да, Алтун ничего не скажет. Ну что ж, ребята, на сегодня... Я признаюсь честно, если был бы Костя, не факт, что вообще все это было в пользу нашей. Ну, понятное дело, Костя играет, блин, на уровне, не знаю, любых там таких супер-пупер в последнее время игроков, ну, других чемпионатов. Ну да ладно, об этом уже тогда мы поговорим в следующий раз. Увидимся с вами ровно через неделю. Спасибо всем, кто посмотрел. Всем пока-пока. Пока-пока.